Міша, давай саму жорстку бомбочку, яку можеш, я відос ставлю наш, потім подивися. Саму жорстку. Саму жорстку бомбочку, яку ти можеш. Да? Покажеш, скажеш ти. Оце нормально було, да? Ну в тебе не вийде лучше, чи в нього. Ні. Давай, давай. Фігня. Оце нормально. Два, три. Стань задом. І попробуй відпригнути просто на ноги. І якщо ти зможеш відпригнути, я скажу, чи ти зможеш, наскільки ти відпригуєш. Просто пригни. Не спіши, попробуй випрыгнути і далеко, і вверх. Він вже на сальтуху пішов, я йому не казав робити сальтуху. Давай, Саньок. Ну перший раз по-любому на голову зайдеш. Але нічого не случиться. Спиною? Спиною... Короче, ми ще з Саню попробуємо корк. Фліп-корк, да, Саня? Ну. Флеєр, давай, флеєр. В тебе шапочка спорт, ти професіонал, давай. Це не сальтуха, це просто якась бокова кейна. Главное, не отпрыгни сюда. Ну, то я просто задумал. А, ну хорошо, давай. Давай. Прикол, да? Давай теперь бомбочку 360. Давай. Нет, 180 было. Давай уж. Давай. Мои шарики. Як завжди. То тапочком можеш кинути, він зараз випав. Покажи Артему погружение, покажешь? Артем, будешь делать погружение? Что? Погружение. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere, and the tears are filling. Давай. Нормально погрузись, чуешь?
мій бодіслайд, як я робив. Повтори. Тому що так. Двойное погружение. Давайте. Два. Три. Подожди, поки я повністю сяду, і тоді в тебе десь секунд 7 буде. А я купив там хліба, сир. Все, що треба. Манюшка тільки що підвіз. Прям тільки що з басейном приїхала, тільки що виставила. Да, подкату. Ну. Я тільки що зайшов. Завтра на квартиру. Не то посчитаєш тільки. А у вас є гроші за квартиру, не маєш? Ну, мам, а в мене є гроші. А де в мене? Сверху бегает конь, стучит, у меня болит голова, виснет комп, а там кричит сестра. Невозможно монтировать. Дайте мне спокойствие, пожалуйста. Вчера я себе купил по акции моцареллу. Вот она. И, короче, и помидоры замороженные нашлись. И еще песто, которое я покупал, так как было жалко для себя тратить деньги, для Тани еще месяц назад. Здесь чуть-чуть осталось. Песто — это базилик, оливковое масло и пармезан. То есть три продукта, которые очень круто сочетаются, которые очень вкусные. И вот с песто. И вот такой салатик получился сегодня. У меня капреза называется в ресторанах. Бальзамический уксус и оливковое масло еще. Витамин Е для кожи полезный. Сегодня невероятно крутой ужин, потому что у меня есть клубничный компот. Я его больше жизни люблю. Помню, когда-то ездил карьер без денег. Целыми днями с утра до ночи копал. И то, что было, овощи, фрукты, которые находил на деревьях, срывал, то я и ел. Денег не было. И когда один раз я приехал домой, постоянно пил воду с крана, собой набирал с колодезя. Но, короче, когда один раз такое было, что я приехал домой, там стоял клубничный компот, я выпил эту банку. Ну, за два подхода, но за один вечер трехлитровую. Я так люблю компот клубничный. В общем, сегодня у меня картошка и сметаны. Очень люблю картошку и сметаны. И еще крутой салат и компот. Это просто невероятно. Я люблю вкусно есть. Я только что забыл GoPro на кухне.
и пошел в комнату и сильно испугался, когда увидел, что GoPro нет в комнате. Потому что один раз я забыл, видите, поубирал сегодня. Часа три убирал. Сначала чистил ковер, потом пылесосил, побирал скотч. Вот мои крашеные запчасти. Здесь помыл окно, подоконник. Ну, короче, так, поверхностно поубирал. Ну, даже не поверхностно, а нормально поубирал. И здесь елку убрал, короче, поубирал. В общем, один раз я забыл плеер в телевизоре своей сестры. Я забыл свой iPod, потому что на то время у меня не было ни компьютера, ни телевизора. И я забыл iPod, потому что заряжал его у нее. И она что-то там, короче, прибежала ко мне в комнату и об стену разбила мой iPod. Конечно, денег она не отдала, потому что у нее нет таких денег, у нее нет вообще денег. Вот такая история. Только что я забыл GoPro на кухне и подумал, блин, сейчас, блин, если б я провтыкал, реально разбил бы GoPro, это было бы капец, был бы полный. Ребенок бегает по потолку на 8-м этаже. И ему уже делали, семьей своей я делал замечание, все делали. И он бегает очень громко и с утра до ночи, и ночью тоже, и с самого утра в садик не отдают. Но и если в садик ребенка не отдаете, я думаю, ему нужно, ну, хотя бы гулять, выводить его. Потому что с утра до ночи каждый день, и на улице его не видно с другими детьми, это ненормально. И если уже он бегает дома, тогда ковры застелите. Ну да, у них нет, в принципе, денег на ковры. Но тогда не давайте ему бегать целый день, не знаю. Ну, блин, ребенка нужно нормально воспитывать. На улицу выводить реально, в детский сад сдавать, или пусть бегает по улице. В общем, проблема в том, что я не могу работать, монтировать, ничего делать. Ты просто, у тебя голова каждый день, если это был один день или два, пусть, пофиг, нормально. Бывают разные людей. Но когда шум уже продолжается несколько месяцев, каждый день, это ненормально. Но сегодня я погуглил немного и нашел ответ и приготовил подарок на ночь. Так, подбираем. Например, вот это. Сегодня будет веселая ночь. Пусть развлекаются, а я пойду себе жрать приготовлю. Когда буду ехать кататься, буду делать.